Лето во дворах продолжается. С 1 июля началась вторая смена всем полюбившегося проекта. Она пройдет так же, как и июньская. 5 дней в неделю на 40 площадках города с детьми безвозмездно будут заниматься инструкторы. В первой половине дня детские мероприятия посвятят образованию и творчеству. После обеда во дворах будет царить спорт. Праздники дворов также запланированы. Единственное отличие от первой смены – детских мероприятий станет еще больше. Мы в разы увеличили мастер-класс и показатели выступления спортивных школ. И также в разы увеличили проведение вот подобных, как сегодня, праздников. Эти праздники будут проходить через день, как в Заволжском районе, так и во всех районах города. Все из-за популярности проекта. Первая смена охватила более 9 тысяч человек. Это как дети, так и взрослые люди. Плюс после уличных мастер-классов значительно увеличилось число желающих заниматься спортом в секциях. Только на кикбоксинг с начала лета записались 400 детей. Мы второй год уже посещаем мероприятия «Лето во дворах». Конечно, очень задорно, весело и помогает отвлечься от будней, так сказать. Мне нравится посещать эти мероприятия. Мне весело, радостно. Весело и радостно во дворах по всему городу будет 3 недели до 21 июля. Потом небольшой перерыв и начнется третья смена проекта. Организаторы уверены, охват дворовыми мероприятиями в этом месяце превысит показатели июньской смены.